Но даже если взять доступную статистику, без учета этих манипуляций она просто поражает. В прошлом году правоохранители довели до суда лишь 30% всех уголовных дел. Угоны автомобилей, кражи и даже убийства уже считают тысячами. К примеру, за первый год аваковского руководства было зарегистрировано около 530 тысяч преступлений. Осуждено 102 тысячи человек. В 2015-м полицией было открыто почти 500 000 уголовных производств, ну а свой приговор получили всего 90 000. 95 тысяч злоумышленников.